Если хочешь совет, присаживайся и послушай меня, мой друг. Никогда никому не привязывайся. Это ада десяти круг. Ну, зачем тебе эти бабушки и искрящийся свет внутри? Ты же знаешь, что эти лампочки лопнут быстро, на раз, два, три. Чувство легкости и забвения вдруг балластом потянут вниз. Все моменты прикосновения только ранят, как острый крыс. Если хочешь совет, не связывайся. Не ищи для себя проблем. Никогда никому не привязывайся. Эти люди не насовсем.